Всем привет! Вы на канале Яна Кляйн. Как у вас дела? Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Расскажем, что у нас сегодня есть. Кики! Симпсоны! Как у них поется? Там-там-та-дам, там-там-та-дам-дам, та-дам. У нас 6 пакетиков мини-фигурки Лего. Симпсоны, серия 2. Кто здесь нарисован? Гомер, доктор Хиберт, Вилли, Пэтти, Сельма, Милхаус, коллекционер комиксов, Крот, маленький помощник Санта-Клауса, Снежок и Барт. Посмотрим, кто нам попадется. А закусим мы все это удовольствие. Знаешь чем? У нас есть вот такой пряник из львовской фабрики пряников. Марч! Марч! Большой пряник Марч! Первый пошел. Все нормально, все правильно открываешь. Опа, что-то улетело. Сейчас посмотрим, что это. И это у нас, похоже, Мартин. Мартин Принц. Он в оранжевых штанишках. Вот у него есть подставочка для Лего. И книжка называется «Coping with the High IQ». Давай ему в руки дадим книжку. А как же ему дать в руки-то книжку? Она как-нибудь берется вообще? О, она открывается. Давай посмотрим у нас в брошюрке, какие еще фигурки там есть. Итак, у нас есть Мартин Принц. Он стоит с книжкой. Кто здесь может попасться нам? Гомер Симпсон, Марс Симпсон, Лиза, Мэгги, маленький помощник Санты, Снежок, Барт, Милхаус, коллекционер комиксов, Мартин. Это доктор, не помню как зовут, это Крот, это Пэтти Сельма, Вилли, миссис Крабапл, Смитерс и доктор Хиберт. Ой, здесь еще Нед Фландерс, много кого. Давай смотреть, кто нам попадется. Большой набор. Также может попасться Апу, полицейский, забыл тоже как зовут. И преступник, тоже не помню, Змей зовут этого преступника. Давай, высыпай. Это у нас второй пакетик. Кто это? Это коллекционер комиксов. Смотри, он в штанишках, в шортиках. И в футболочке у него выглядывает пуп. Видишь, пуп выглядывает. И в руках у него комикс про Эвримена. Сейчас он возьмет этот комикс в руки. И подставочка Лего. Лего, да. Наверное, даже продается бом. Ничего. Да, можно купить дом Симпсонов. И у нас помощник Вилли. Вот сразу по лицу видно. У него рыжая борода, рыжие усы. И он работает в школе. И у него вантус резиновый. Смотри, резиновый вантус. Это ему в руки. Он же ж пойдет убирать туалеты. Сразу после нашей передачи. Помощник Вилли. Он классный, прикольный. Классно сделанный. Давай, ну. А ты открывай новый сюрприз. Да, ты вантус используешь. Вот так, есть. Надо немножко шире открыть. Это похоже на доктора Хиберта. Уже судя по цвету рук, да? Да, это и есть доктор Хиберт. Он всегда хихикает. В попад и не в попад. У него здесь рентгеновский снимок. Или томограф головы Гомера Симпсона. Он его держит в руках, тоже подставочка черная. Вот. Кстати. Хиберт. Где? Сейчас дадим доктору Хиберту, снова в руки у него выпал. Снимок Гомера. Давай, там ничего не пишется, видишь, пустая книжка. Пустая, Мартину нужно отдать ее в руки.
Ян, поехали дальше смотреть, кто нам еще попадется. Где у нас пустые пакетики, убираем. У нас уже 4 пакетика открыто. Ой, что это? Ой. Так, ты поймала. Что это? По-моему, это таблица для зрения. Да, это Петти или Сельма. Я их не умею определять, да, кто есть, кто. Кто Петти, кто Сельма. Давай вытрусим. Вот голова здесь застряла. Голова очень большая. Это Петти, наверное. Да, давай ее оденем. У нее платье синее. А что вот это попалось-то? В общем, непонятно, это Петти или Сельма. И что это у нее такое? Это, наверное, у нее платье. Сейчас попытаемся каким-то образом его одеть. Только непонятно каким. Итак, вот у нас готово платьице. На Петти или на Сельму, или на кого. Вот, вот у нее платье. Вот. Что у нее еще там есть? У нее есть подставочка. Подставочка. И таблица для того, чтобы зрение определять, да? Она же работает в автошколе. И определяет, сдал человек, не сдал на права. А как? И что это все значит, Яна? Так, давай искать, что у нас следующее осталось. Последний сюрприз. Давай, открывай его. Где там открывается? Эх, эх, сейчас полетит во все стороны, да? Вот так. Засыпай. И у нас Милхаус. В костюме радиоактивного человека, да? Ой, опять. И какой-то плащ у него. И Кока-Кола? Да. Банка с Кока-Колой? Да. И Милхаус в костюме супергероя? Да. Тоже на подставочке? Да. Вот они. Класс, ни одного повтора. Вот, собственно говоря, у нас кто попался? У нас помощник Вилли, Петти или Сельма, мистер Хиберт, доктор, Мартин Принц, коллекционер комиксов и Милхаус в костюме супергероя. Да. Ну что, откроем наш пряник? Да. Марч Симпсон! Пряник у нас Марч Симпсон. У нас классные сюрпризы сегодня. Ни одного повтора, такое редко бывает. Мы открываем попробовать. Вот такой замечательный пряник. А ну кусай. Вот здесь, да, за волосы. Что, мне тоже укусить? Вот такой пряник. Тебе понравилось? Ребята, если вам понравилось, ставьте лайки. Пишите комментарии к ролику. До новой встречи. Всем пока!